В Симферополе сегодня впервые заработала мобильная связь последнего, четвертого поколения. Базовые станции, которые позволяют предоставлять услугу стандарта ЛТЕ, появились в центре города и в районе аэропорта. При этом на большей части Крыма, как заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, уже есть связь в формате 3G. Это дает возможность пользоваться высокоскоростным интернетом и голосовой связью. Кроме того, сегодня в Севастополе начал работать новый оператор мобильной связи. В этой сети сделаны первые звонки.